Эти овации коллективу Одинцовской областной больницы. Врачи, медсестры, санитары в условиях пандемии работали, не жалея сил. Спасали сотни жизней, порой рискуя собственным здоровьем. Мы рядом с вами и готовы бросить все свои силы на помощь вам. Готовы сделать все, чтобы облегчить ваш труд. Уважаемые медики, уважаемые коллеги, я хочу и поблагодарить, и сказать, что мы все, здесь вот вся моя команда администрации, наши уважаемые гости, преклоняемся перед вами. Вот прямо низкий поклон за тяжелый труд, за профессионализм, за риск, за самопожертвование и, конечно, за тысячи спасенных человеческих жизней. Пока массовые мероприятия остаются под запретом, было решено провести чествование врачей на свежем воздухе. Причем многие могли наблюдать за происходящим, не покидая своих кабинетов. Такая ситуация, которая сложилась у нас, показала всю значимость нашей медицины, каждого из нас, начиная с главного врача, заканчивая санитаркой. Поэтому прежде всего всем желаю здоровья, крепкого здоровья нашим сотрудникам, их семьям, их родным и близким, чтобы у них было все хорошо дома, чтобы у них было светло на душе, счастье всем, здоровья, всех благ, и чтобы мы никогда не сталкивались с такими испытаниями, с которыми нам пришлось столкнуться этой весной. Старшая медсестра приемного отделения на посту уже 24 года. В период пандемии Елена, как и многие ее коллеги, жила в гостинице. Возможности видеться с семьей не было. Это было тяжело, но она понимала, ради чего работает. Это наша работа, и об этом даже не было никаких сложностей. И как бы мы были готовы к любым условиям, к любой ситуации. Мы патриоты своего дела. И таких историй немало. Одинцовские медики выиграли первый бой. Однако уверены, расслабляться рано. Пандемия отступила, но жители не должны отказываться от средств индивидуальной защиты, так как инфекция не дремлет. Человек, конечно, может многое-многое достичь, изменить что-то в своей жизни своих близких, если он будет сам жив, будь здоров. Поэтому я от всей души хочу сказать большое спасибо всем медицинским работникам за их талант, человеческий и профессиональный. Коронавирус не жалеет никого, ни взрослых, ни детей. Заболеть может каждый. Многие звезды нашей эстрады, депутаты, руководители в период пандемии тоже переболели. И сегодня, оглядываясь назад, могут точно сказать, самое главное в нашей жизни – это здоровье и семья. Хочу поблагодарить весь медицинский персонал за их внимание ко мне, несмотря на то, что, представьте, за 12 дней, 12 дней я провела в больнице, огромное количество медикаментов, капельниц. О, Боже мой, и я видела, как работают медики, как работают врачи, медсестры, 24/7, в защитных комбинезонах, в защитных масках, с запотевшими очками. Вот у меня слезы у самой на глаз, мне хотелось их обогреть. Каждого из них. И несмотря на то, что я там себя плохо чувствовала, но я понимала, что им еще тяжелее, чем нам, бороться с этим ковидом и, естественно, спасать нас всех. Артисты исполняли известные песни, а под хит Дениса Майданова «36,6». Врачи и гости объединились в хоровод. Правда, с соблюдением всех мер предосторожности. 36,6. Не обошел вирус стороной семью Майданова. Ситуация менялась стремительно. И только благодаря слаженной работе врачей, их профессионализму удалось быстро поставить на ноги и родителей, и детей. Выступая на дне медика, я испытываю безумную благодарность ко всем нашим одинцовским медикам, к руководителям и не только нашего Одинцовского округа, но и всей страны, понимая, через что прошла сейчас ваше медицинское братье. Да, это действительно целое братство, которое отпахало на всю страну и продолжает в тех регионах, где еще развивается эпидемия. Анжелика Агурбаш и Денис Майданов проходили лечение от коронавируса в инфекционном отделении Одинцовской областной больницы. В канун профессионального праздника они приехали, чтобы лично сказать слова благодарности каждому сотруднику. С праздником! Пусть над вами всегда пролетают только добрые ветры. Удачи, надежды, исполнения желаний. Будьте счастливы! Спасибо! Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».